Это «Понятная политика». Здравствуйте. Военная операция России в Украине идет уже почти 3 недели. Она кардинально изменила ситуацию в мире и, кажется, впервые показала, что такое война информационная. Когда вас заставляют поверить в откровенную ложь и делают для этого все возможное. Только по украинским соцсетям гуляет 1 200 000 фейков о спецоперации. Эту цифру Поспред России при ООН озвучил еще в последний день февраля. Сколько фальшивок сегодня, подсчету не поддается. Потоки вранья такие, что устоять действительно сложно. Об этом сегодня и поговорим. Этот конвейер работает четко и с невероятной производительностью. Фейки в Украине штампуются почти каждый час. Фабрики лжи используют четкие механизмы. Грим, монтаж, постановки, старое фото и левое видео. Для манипуляции в медиа пригодится любая деталь. После начала специальной военной операции число фейков стало расти в геометрической прогрессии. Украинские информвойска открыли свой фронт для манипуляций общественным мнением в России. Рассчитано на эмоции, на то, что зритель и читатель не будет разбираться. К тому же надо знать нюансы, чтобы разоблачить подделку. Берем самолет, сбитый в Сирии, немного ретушируем, и уже получается сбитый самолет русских. Берем фото из Турции, которому лет 5, пишем «Не прощу русских оккупантов», и никто и не подумает, что это фото сделано и вовсе после землетрясения. Берем видео Палестино-израильского конфликта, подписываем, что ребенок кричит на русского солдата, и отправляем в тираж. Никого не смущает, что пейзаж совсем не украинский. Там, соответственно, используются любые фейки для того, чтобы повлиять на сознание своей целевой аудитории. Пытаться, когда нет реальных преступлений противника, фабриковать подобного рода свидетельства. Либо, используя старую хронику из других регионов, либо делая постановочные фотосессии, как было неоднократно на протяжении всей войны. Дабы вы понимали всю степень утопии украинского Голливуда, вот вам нашумевшая история про остров Змеиный. Местные пограничники якобы послали русский военный корабль на 3 буквы и героически погибли под огнем неприятеля. Зеленский многим присвоил звание героя посмертно, вот только те оказались живы, и все оказалось банальным враньем. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Він навіть не знав, що на Змійному острові була ще й морська піхота. Кроме того. Хоронить людей фейковые промзоны особенно любят. Здесь самая страшная ложь все равно оправдывает средства. Нарисовать в сознании образ врага и вызвать нужные эмоции доверчивой публике. Не боятся даже на бумаге похоронить человека. Аккаунт CNN Украина накануне опубликовал фото убитого на территории одной из областей американца. Но внимательных зрителей, как говорится, не проведешь. Отметили, что этот же мужчина, что называется, погибал и раньше от рук талибов в Афганистане, например. Коллеги из RT подготовили на эту тему специальный проект. Жонглирование фейками по заказу, как оно есть. Все закулисье западного театра информационной войны. Молодой человек в камуфляже, без опознавательных знаков. Называет себя военнопленным из России. Общается якобы с матерью, даже плачет. На деле солдат ВСУ родом из Черкасской области, по совместительству актер. А съемка – постановка на камеру. На этой фото еще одна постановка. Сотрудница 72-го ЦИПСО в роли мирной жительницы. В крови позирует для иностранного журнала. А вот с автоматом в вертолете. Наконец, среди коллег сил спецоперации Украины. Но расходится именно фейк. Поразительно, но весь этот водопад тут же направляют для промывки мозгов западной публики. Местные СМИ активно подхватывают фейки и даже не стараются их проверять. Точнее, проверять не хотят. Пропаганда направлена на Россию и Беларусь. Сделать из нас агрессоров и оправдать свою санкционную удаль. И вот уже заигравшись в ненависть, например, испанские СМИ берут видео даже из компьютерных симуляторов. Un avión ruso
Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть фрагменты с передачи на испанском ТВ. Ведущая рассказывает о бомбежке российскими войсками мирных городов Украины, а на экране — кадры из компьютерной игры. В левом нижнем углу можно даже увидеть ее название — видеоигра «Arma 3». Впрочем, зарубежным журналистам кажется все равно. Медиа-манипулирование — эта игра абсолютно без правил. Посеять панику и страх, вызвать дестабилизацию в обществе. Звуковые фрагменты, якобы перехваченные разговоры, подбитые колонны, якобы тысячи погибших, липовые повестки, смс-рассылки, звонки, сообщения матерям. Банальный фотошоп, который из пустышки вдруг делает горячую мировую сенсацию. Это информационный геноцид, тотальная информационная война, война на уничтожение у населения любых моральных, исторических, традиционных установок, кроме западных ценностей. У любого населения — украинского, белорусского, российского, даже у европейского. Зачем подобный театр разыгрывают? Догадаться несложно. Зеленскому очень хочется помощи, и чтобы НАТО закрыло небо над Украиной. Тогда можно спокойно сбивать любое воздушное судно. Второе направление — поднять боевой дух своей армии. Так появляются вот такие кадры, якобы поврежденной российской техники. Победить очень хочется, хотя бы с помощью монтажа. Подбитая украинскими солдатами якобы российская военная техника. Букву Z рисуют на компьютере и накладывают на видеоизображение. То, что было снято в далеком 2014 году в Донбассе или в 2019 на Украине, превращается в кадры нашего времени. Чтобы поднять боевой дух, еще пригодится легенда, ну или миф. Таким стал призрак Киева, якобы летчик ас, который сбил один до двух десятков российских самолетов. Образ невероятного пилота украинские СМИ начали раскручивать в последние дни февраля. Мол, один на самолете МиГ-29 сбивает вражеские самолеты один за одним. После пропаганда ему выдала американский истребитель F-35. «Теперь счет пойдет на сотни», – писали украинцы, зная, что все это вранье от А до Я. Для украинских спецслужб интернет уже давно поле боя, а фальшивки и провокации – основное оружие. Именно южный сосед в 20-м по-братски раскачивал Беларусь во время и после выборов. Что уж говорить, если у ВСУ есть специальная структура по созданию дезинформации. До недавнего времени одним из форпостов был 72-й центр специальных психологических операций в Броварах. В начале марта его уничтожили высокоточным оружием. Но аналогичные филиалы продолжают работать во Львове, Одессе и Житомирской области. Сейчас, судя по всему, эти войска получили крупные средства, причем, скорее всего, не из украинского бюджета, а из американского, и активно занимаются продвижением своей повестки, своей дезинформации на всех возможных ресурсах на территории постсоветского пространства. Действуют и против России, и против Беларуси, и против других стран, стремясь создать ложную картину. Подобную структуру украинцы содержали не просто так. Эксперты окрестили ее «организацией для работы с мозгами», особенно через интернет. В армии центр выполнял функцию главной фабрики троллей. Оснащением этого центра и подготовкой его специалистов занимались США и Британия. Это непростая организация. Как появляется фейк? Пишется сообщение, программа дублирует его от лица множества ненастоящих аккаунтов и закидывает в сеть. Работают и реальные люди, и боты. Кузницей кадров для подобных центров называют Киевский университет имени Шевченко. Многие сотрудники прошли обучение именно там. Руководящий состав набирается опыта за границей. Обучение психологическим операциям проводится военными спецподразделениями из таких армейских частей, как Форт Брэг Центрального командования США. Также этим занимаются на военной базе в Штутгарте в Германии. Они приглашали туда украинских лидеров. Они посещали и британские центры спецопераций, такие как Oxford Intelligence. Это ключевые центры для Ми-5 и Ми-6 со времен Второй мировой войны. Неудивительно, что пропагандистскую машину завели на полную мощность по методичкам США и Британии. От хакерства и угроз до монтажа и цепляющих заголовков. Не говоря уже про масштабное финансирование. НАТО действительно вовлечен в обучение украинских военных, украинского правительства классическим психологическим операциям. Телеграм-каналы, чаты, иные соцсети – задействованы основные площадки, куда вы заходите ежедневно. Спам-рассылка, атака ботов, узкое таргетирование и максимальное повторение. Вы должны увидеть и поверить в то, что вам преподносят на блюдечке. Для внедрения фейков отдельные медиакомпании массово скупают рекламу в крупнейших социальных сетях.
кто по нам работает и сколько это стоит. И как в 2022-м через рекламщиков скупили инфополе. Вот только один отчет бота-фирмы за проведенную кампанию. Охватить фейком 2 миллиона белорусов стоит $3000. Россия на порядок дороже. В перечне спама нужные месседжи четко прописаны. Отсрочно снимайте в банкоматах деньги, да выходите на улицу, не молчите. И таких бота-ферм огромное количество. В Москве людям приходят сообщения с призывами к незаконным протестным акциям, к антигосударственным выступлениям, к каким-то даже диверсиям. В последние дни после ликвидации военных объектов на территории Украины, которые координировали это действие, активность поубавилась. Но еще неделю назад это было. Моим коллегам-журналистам приходили откровенные угрозы. Угрозы физической расправы. А вот еще один наглядный пример, как создается фабрика украинских троллей. Четкий план, проработка по темам, направление таргетинга, кое-где даже суммы. На россиян наиболее актуальные. Про сдачу в плен и обвал рубля за 5 миллионов российских рублей. Для белорусов таблицы, фейк про массовую мобилизацию и обращение к матерям. Еще есть сомнения, как работает эта кухня и откуда у вас в ленте столько украинской тематики? Они это называют крео. Они выдают техзадания. Они занимаются таргетированием, то есть определяют целевую аудиторию. Например, российские матери. Они задают такую целевую группу и выдумывают абсолютно подлые, несоответствующие ниже человеческого достоинства враки, якобы об имеющих место жертвах, об убитых, о взятых в плен, о каких-то саботажах в российских вооруженных силах, которые заняты в спецоперации. Естественно, все это вранье. Если вы думаете, что это делает кучка студентов, не будьте настолько наивными. Вот доклад Лиги безопасного интернета. Создание фейков – это огромный штат, который влетает в копеечку. Но еще дороже продвижение в соцсетях. Миллионы долларов каждый день. По оценкам экспертов, порядка 1,7 миллионов долларов в сутки тратится на рекламу фейков и призывов к участию в незаконных акциях в Facebook и Instagram только на территории РФ, а на англоязычную аудиторию от 3 до 5 миллионов долларов США ежедневно. По мнению экспертов, реклама в Google Ads может составлять примерно 780 тысяч долларов США в сутки на территории России и 3 миллиона долларов США на англоязычную аудиторию. Только на Facebook и Instagram в Беларуси и России тратится почти 2 миллиона долларов ежедневно. Отсюда и появляются в том числе и подобные рекламные публикации. Еще одна сторона империи лжи, когда вымысел маскирует под новости официальных госсми. Сделать такое работы на полчаса. Придумал фальшивую новость, нашел узнаваемый фон и прикрепил логотип, например, белорусского телеканала. Очередная подделка готова уходить в массы. Разумеется, подобные публикации, якобы от «Беларусь-1», вранье абсолютное. Очевидно, огромные средства на информационную войну выделяет Запад. Вводя жесткие экономические санкции против России, параллельно ведется работа и по созданию образа кровавого агрессора, который готов едва не взорвать весь мир. Правда, стоит напомнить тем же США о том, сколько жизней унесено в развязанных ими конфликтах, есть риск моментально отправиться в бан. Вложив столько средств в фабрики фейков, Запад старательно ограждает от реальной ситуации жителей своих стран. Медийное поле зачищается скрупулезно. Блокируются популярные каналы в Ютубе, закрывается вещание спутниковых телеканалов. Во многих странах под запрет попали телеканалы RT и «Беларусь-24». О свободе слова уже давно никто не вспоминает. Евросоюз откровенно рисует европейцам нужную, только политикам, картину мира. На фоне украинской истории масштабные медийные бомбардировки попытались поживиться крохами и беглые популисты. Получилось, как всегда, коряво и неубедительно. Сначала не смогли толком определиться, они принципиально за или против. Тихановская снова сказала про переходное правительство в Беларуси, а затем призывала выходить с лозунгами «Нет войне». А затем она же агитировала белорусов вступать добровольцами в украинскую территориальную оборону. Так называемая белорусская оппозиция действует строго по темнику, который распространяется армией Украины.
На начальном этапе они пытались вызвать беспорядки в России и Белоруссии, надеясь парализовать операцию по принуждению к миру. Однако потом обнаружили, что здесь их лжи никто не видит, и одновременно столкнулись с нехваткой личного состава на фронте. Очень многие люди либо дезертируют, либо сдаются в плен, не желая сражаться за киевский режим. Именно поэтому Украина сейчас активно пытается привлекать наемников из всех возможных государств. Прежде всего Европы, но пытается агитировать радикально настроенных граждан и в соседних государствах, в том числе в Беларуси или, например, в Казахстане. Танки, уничтоженные ВСУ, колонны российской техники и свыше 10 тысяч погибших. Украинская ярмарка вранья работает 24/7. И то, что она производит, токсичными потоками разлетается по интернету. Алгоритмы действительно с хорошо известной голливудской пропиской. Okay, good. Так, давай деревню. Give me some flames. Давайте огонь. Может добавить крики? Пока одни стряпают фейки для соцсетей, сами соцсети, а точнее их руководство, пытается ложь не замечать. Понятно, что площадки принадлежат в основном Западу, который и спонсирует те самые фабрики троллей, и глупо тогда удалять свой же контент. Бдительность, возможно, пожалуй, только во время американских выборов, когда бедного Трампа и его группы поддержки разом зачистили из социальных сетей. Согласитесь, это здорово – создать себе пространство. Затащить, заманить, затянуть в него весь мир и там воевать. Там, где ты всем управляешь, даже противниками. Стратегически талантливо. Именно это делали США с момента завершения холодной войны. И сделали. И хотя в информационных войнах, в отличие от обычных, людей не убивают, последствия атак на умы не менее губительные. Искажается психика, деформируется интеллект, разрушаются системы коммуникаций. Наша редакция, как и все, хочет скорейшего мира в соседней стране, но настоящего мира, а не ширмы для биолабораторий, нацистской идеологии, не накачки русофобии и ненавистью к белорусам. К сожалению, все это Украине упорно прививали последние 20 лет, как и навыки ведения заказных медийных баталий. Счастливо!